игру с Локомотивом, там он трат чудеса творил. Вот. Я считаю, что в принципе закономерно то, что мы закончили сезон там без стыков и напрямую сохранили прописку, поэтому, конечно, вклад тренера весомый. Сергей, а конец сезона, вы себя весь сезон хорошо проявляли. Хотел узнать, нет ли предложений, и, может быть, кто-то там с агентом связывался? С агентом пока не разговаривал принципиально, потому что есть, у меня с ним как бы есть договоренность, что чтобы не отвлекало лишние мысли, какие-то там разговоры. Закончится сезон, будем разговаривать, как бы куда торопиться, некуда. Поэтому сейчас, конечно, может быть, завтра будем разговаривать. Факел предложит контракт, будете думать, да? Факел уже предложил контракт, поэтому... Конечно, мы думаем, общаемся, разговариваем, будем продолжать общаться. Понял. То есть, как все будет, это уже в межсезонье, это нормально, каждый год так происходит. Ну все, вопросов нет. Спасибо за сезон, ты красавчик. Да, спасибо. Поздравляю. Спасибо. Здоровья. Спасибо.